День всех влюбленных 14 февраля актер встретил в одиночестве в Москве состоялась премьера фильма «Громкая связь». Одним из ее ожидаемых гостей стал 46-летний актер Максим Виторган, это и неудивительно, ведь с «Квартетом» их связывает давнее сотрудничество. Больше по теме премьера фильма «Громкая связь». «Квартет» и показал своих любимых женщин в кино «Центре Октябрь» состоялась громкая премьера комедийного фильма «Громкая связь». Максим много лет играл в их постановках «И день радия», и «День выборов». Часто на этих спектаклях бывала и его жена Ксения Собчак. Но сейчас по красной дорожке он прошел в гордом одиночестве. Никакой Ксюши рядом не наблюдалось. Более того, особенно внимательные гости премьеры заметили, что на левом пальце актера отсутствует обручальное кольцо. Хотя Максим и старался держаться бодрячком, шутил, смеялся, но было видно, что мысли его совсем не веселы. Даже чей-то невинный вопрос, как он празднует День влюбленных 14 февраля, а премьера проходила именно в этот праздник, Виторган проигнорировал и оставил без ответа.